У Києві у Національному художньому музеї України 15 грудня відкривається велика виставка харківських авангардистів «Місто Ха». Це спільний проект Національного музею та Харківської муніципальної галереї. Свого роду дослідження авангардної лінії в мистецтві Харкова останніх 100 років. Куратори Сергій Братков та Тетяна Томасян, учасники, художники-авангардисти початку ХХ століття, представники нонконформізму, Харківська школа фотографії 70-х років, спадкоємці авангарду і діячі актуального мистецтва Харкова. Я везу тут двір, прощаю прошлое. Я везу писсуар, потому что в этом году у меня был такой уличный проект с писсуарами. Я расклеивал по городу писсуары с надписью «Дюшан 1917», «Гамлет 2017». И работа Дюшана в 1917 году называлась «Фонтан». А я немножко видоизменил, и, в общем, спустя 100 лет получился не фонтан. Мы в своем проекте «Харьков авангардный» или «Город Ха» мы настаиваем на том, что это столетняя традиция, даже уже более чем столетняя. Годы классического авангарда, годы вот первого авангарда, продолжилось через 60-е, времена оттепели, времена концептуализма. И здесь в Харькове был величайший его представитель Вагрич Бахчинян, художник слова, художник, который работал и со словом, и с образом, и был великим пересмешником, и, в общем-то, создал совершенно отдельное направление в искусстве. Очень много повлияло на московский концептуализм. Еще надо упомянуть фотографию, безусловно, 70-е годы, группа «Время», художники, которые условно составляют сейчас такое название, как «Харьковская школа фотографии». Такие пики этого явления, как Борис Михайлов, как Сергей Братков, Евгений Павлов. В нашем проекте еще участвуют отец и сын Кочетова и Роман Петковка. В живописи, в графике работали Виталий Николаевич Куликов, работал Виктор Гонтаров, работал и продолжает работать очень активно Павел Маков, один из лучших художников-графиков Украины, в работах которого, безусловно, преломляются традиции авангарда и продолжаются техника классическая, традиционная, с которой он работает, техника афорта черно-белого, у него, безусловно, имеет инновационные, совершенно оригинальные подходы и развитие. В Харькове тогда, в 20-х, когда жизнь кипела, революционная и революционная в культуре и в искусстве тоже, было замечательное место, Красная Поляна, где хозяйничали сестры Синяковы, просвещенные, образованные молодые женщины, а Мария Синякова еще и прекрасный художник, она тоже участница нашей экспозиции. В этой Красной Поляне собирались такие люди, как Косарев, Ермилов, Маяковский, Хлебников, Бурлюк. Вот вам как бы моменты той жизни. Держпром – ключова фігура харківського авангарду, яскравий представник архітектурної епохи конструктивізму. Куратори виставки наголошують, Харків – це місто авангарду у самому класичному сенсі цього слова. Але для того, щоб це побачити, потрібно зібрати всі елементи в єдину картину. Ну, людям на самом-то деле это нужно, потому что у них изменяется представление о том, что, ну, можно там на выходных не футбол смотреть дома, да, а можно сходить куда-то на выставку, хотя бы для пробы. Может очень многое поменяться в их жизни, вот, может не поменяться, есть люди, которым просто пробуй, не пробуй, ничего не меняется. У рамках виставки організовано 15 освітніх подій. Фільм про будівництво Держпрому, фільм про будинок «Слово», який розташований на вулиці Культури, 9, фільми про художників. Також відбудуться творчі зустрічі з письменником Сергієм Жаданом, художником-графіком Павлом Маковим, архітектором Олегом Дроздовим та іншими. Этот город всегда с очень такими большими амбициями и амбициозными проектами, которые были здесь реализованы. И целых групп, да, проектов. И, в общем, он выполнял такую роль ледокола, да, в целое столетие, да, в котором было сосредоточение очень многих передовых и с точки зрения технологий, и с точки зрения смыслов такую роль. И как бы последнее время, можно сказать, что
он такой произошел, какой-то временной откат назад, и можно сказать, что в нем, с одной стороны, идея будущего, идея прогресса, и есть институции-носители, которые эту придерживаются этой религии или этого пути, но есть и совершенно разные течения. И, в общем, как раз то, о чем я собираюсь говорить, как раз вот об этих всех противоречиях и, может быть, о сложностях сегодняшнего времени, в котором находится Харьков. За тиждень до відкриття виставки ми прийшли до галереї Вовотаня, де художники готувалися до перевезення своїх робіт у Київ. Цікаво, якщо куратори і дослідники наголошують на авангардному мистецькому русі Харкова, то самі художники мають на це питання різні погляди. В Харкові, ну, художники – це переходне звено між Академією дизайну і іскусств і Пларіумом. Собственно, Академія дизайну і іскусств – це шестилітні курси підготовки до Пларіуму, і все. Я думаю, выставка, которая будет представлена в Киеве, она не полностью открывает весь потенциал авангарда в Харькове, потому что все-таки у этой выставки есть кураторы, у них есть субъективные мнения, и самые такие авангардные передовые мысли, которые рождаются прямо сейчас, они даже остаются непонятными для некоторых. То есть они как бы опережают немножко время вот этого нашего измерения украинское. И поэтому они не будут представлены на выставках, потому что на выставке представлены как бы те штуки, которые были авангардные, на мой взгляд, ну, примерно в начале там 2000-х или в конце 90-х, вот. Как-то еще, да, может быть. Вот просто такая старый добрый авангард. Когда перед тобой говорили и Минин, и Гамлет, и они говорили, да, это все фигня, давайте не будем смеяться, типа ничего нету и все пропало. Ну нет, Газпром тоже ведь появился как бы из ниоткуда. Перед ним были люди, которые там просто изобрели бетон, изобрели как бы сталь и решили, о, давайте мы как зальем сталь бетоном, это будет супер классно. Ну то есть вот, там в Харькове есть Гинзбург, который считается, как в Харькове у нас все самое первое и все самое большое. Вот как бы в Харькове Гинзбург считается первым изобретателем железобетона как бы в мире. Что там Гамлет говорил? Гамлет говорил, что Академия — это люди, которые выходят с Академии, идут в Плариум. Я не учился в Академии, я учился на архитектуре. Я себе город представляю такой, как некий организм, который развивается. И авангард, он появляется там, где он нужен, там, где к нему пришли, там, где он необходим, и как бы его не ругали. Ілюстрацією експозиції став каталог «Місто Ха», в якому хронологія художників розташована у зворотньому напрямку – від молодих і сучасних до художників початку ХХ століття. Це навіть не каталог, а свого роду довідник і путівник, наповнений кураторськими та емоційними текстами по ключовим фігурам харківського авангарду. Експозиція працюватиме від 15 грудня і по 18 лютого. А от після того було б добре, якби місто Ха змогли б побачити харків'яни у рідному місті.